Приветствую вас, любители вкусного и интересного. Рад видеть на канале Съедобное-несъедобное. Сегодня у нас с Татьяной очередной эксперимент с лапшичками. Big Lunch и Big Bon. Оказывается, это разная лапша. Вот, узнал я об этом только совсем недавно, несмотря на свой возраст. И многие советовали в комментариях предыдущих лапшичных роликов попробовать, кто Big Lunch, кто Big Bon, что это типа очень хорошие вкусные лапшички. Каждая из этих мисок таких лапшички стоит в районе там 60 рублей, 65, 63, 58, где, когда, как. То есть это, грубо говоря, там 90 центов. И вот сегодня такой вот бомж-обед у нас будет. Смотрим, открываем. Big Lunch, лапша, говядина, с чем там она? В остром соусе. В остром соусе, это хорошо. Что есть внутри? Вилка. Соус. Такой вот остренький соус. Потом натуральные овощи, все в модных пакетах. А это... А, вот это соус, да? Тот был... Это... Суповая основа. Ну и лапшичка. Думаешь, там что-нибудь спрятали? Нет? Она не умещается у них. То есть больше. Ну, расползется. Так, и давай переходим ко второму. Big Bon Max. Тоже с говядиной. Так, комплектность. Вилка, овощи. Вилка, кстати, такая же. Один лапшично-делательный завод для них, наверное, делает. Ой, вилка-делательный завод. Ну и соус. То есть здесь как-то суповой основы нет? Нет. Вот такая вот лапшичка. Так вот выглядит Big Lunch, а так вот Big Bon. Big Bon более светлый, более толстый, чем Big Lunch. Lunch. Вот. Так, засыпаем, заливаем и будем пробовать еще больше настоящего соуса. Подождали 5 минут, давайте заглянем, что в итоге получается. Big Lunch, овощички, такой темный достаточно бульончик. Ух, пар пошел, отпотел объектив сразу. Ну, выглядит достаточно аппетитно. Овощи плавают, бульон насыщенного цвета. И Big Bon Max. Здесь тоже достаточно много овощей. Бульон, мне кажется, даже чуть потемнее. Хотя нет, при перемешивании плюс-минус такой же получается. Но лапша одна светлее, вторая темнее. Сейчас на дегустации все и узнаем. Уж полностью надо открывать? Наверное. Тут ничего там не написано. В инструкции нет, друзья мои. Кто знает, надо полностью открывать или нет? Так, с чего начнем? Мне достался Big Bon Max. Лапша с соусом, говядина, гриль. Лапша быстрого приготовления, еще больше настоящего соуса. Вот как. Здесь он какой-то прям такой желтоватенький, как с маслом. По вкусу говядина, гриль, не знаю. Мне кажется, больше по вкусу похож на овощной соус здесь. Ой, соус, бульон. Ну да, овощи превалируют. Что-то. Мясо пытаюсь найти. Мясо пытаешься тут найти? Написано, с говядиной, острый соус с мясом, а мяса нет. Ну мясо, оно такое, оно очень нежное, оно растворилось все. Это говядина вагю. Ну как? Да, нормально. Нормально? Ну вот здесь вот я как-то особо сильно мясного вкуса не почувствовал. Какой-то овощной бульончик в большей степени. Ну а вот здесь вот на мясо уже похоже. Ну да. Ну, то есть по бульону Big Lunch, мне кажется, очень сильно выигрывает. То есть Big Bon это прям овощной бульончик такой легенький, а здесь насыщенный, хороший бульон, мне нравится. Бал вот этому господину. Лапшичку. У тебя беленькая, светленькая, а у меня потоньше и потемнее. У-у-у! Горячо, очень горячо. Лапша плотненькая, хорошая. Достаточно вкусно и нормально. Давай, главный эксперт. Ну, лучше. Лучше? Да, ну вот это мне вообще не понравилось. Ну, давай я попробую. Опа. Она мягче. И какая-то, как поролоновая, да? Ну, вот в Big Lunch поплотнее лапша. Мне это больше нравится. Да и бульон вкуснее. Итоговый вывод. Отдаю тебе. Да. Вот такой вот вывод.
Бигабон, ну не знаю, может быть соус не тот, но хотя вот лапша мне в нем не очень понравилась. И лапша, и соус. Соус, бульон не мясной. Я тебе предлагала соус не добавлять. Ну, а понимаешь, а без соуса это же будет вообще поролон с водой. Мы же уже ставили эксперимент неоднократно. Если заварить доширак, например, без добавления бульона, ну это вот просто мы такие научные эксперименты деревенские ставили, без роликов, то получается такое ощущение, что ты ешь какой-то поролон с водой, все. То есть во всех этих штуках основа, конечно, вот суповой бульон, какие-то добавки, остринка, глютамат и прочие-прочие вот эти вот прелести, они делают эту лапшу вкусной, за что ее многие-многие любят. Бигбон, ну, я, наверное, поставлю 2,5 из 6. Его, в принципе, съесть можно. Кто вот не любит такой вот мясной вкус, ну, написано же говядина, говядина-гриль. Не знаю, какая-то странная очень у них говядина. 2,5 балла. Доесть в случае необходимости можно, не выкинуть. Удовольствие получить нет. И второй раз купить однозначно нет. Бигланч. Где моя вилка? Еще раз лапшичку. Ну, да, здесь и лапша вкуснее, а бульон прям вообще на порядок вкуснее. Однозначно. Кстати, написано в остром соусе. Острота на минималках. Ну, когда я просто пробовал, он был острым. Ну, с лапшичкой вообще нормально. Но он не такой острый, например, как даже доширак красный. Тут остроты там в 2 раза меньше, чем от доширака красного. А этому, наверное, поставим 4. На данный момент это будет у нас лидер. У нас появился лидер, лапша, которая нам более-менее понравилась. Из вот обзорных вещей это первое получается, наверное, да? А доширак сколько было? А я не помню. А доширак, по-моему, кому-то даже проиграл. Нет? Нет. Выиграл? На канале ссылочка в описании ролика. Там вся лапшичная эпопея есть. Заходите, смотрите и проверяйте, выиграл доширак или нет. Так что увидимся. Впереди нас ждет много вкусного и интересного. Лапшички в магазинах много. Будем продолжать. Так что те, кто советовал Big Lunch, не знаю, это не этого Big Lunch советовали. Там советовали еще, я помню, с каким-то соусом сальса, но я его у нас не увидел. Увижу, куплю, попробуем. И с чем его сравнить, тоже напишите в комментариях. Пока-пока.